За сутки по стране зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса с учетом внебольничной пневмонии. Из них в Бишкеке 23, в Аше 1, в Чуйской области 10, в Ошской 3, в Нарынской 5, в Иссык-Кульской 11, в Джалалабадской 13, в Баткенской 12. На стационарном лечении находятся 670 пациентов, на амбулаторном 4799 пациентов. Всего за весь период зарегистрировано 44 036 заболевших. Только благодаря очень большим объемам и противоэпидемических мероприятий нам удалось вот здесь сдержать вот первый натиск этой инфекции, потому что в марте введены карантинные мероприятия, введены ограничительные мероприятия. И я думаю, наше население это правильно восприняло.